Друзья, всем привет! Нахожусь на твинке. Короче, пора брать була и тащить. Сейчас как раз режим такой, через 2 часа заканчивается, под него карта. Вот, и, блин, ну реально, он у меня уже висит, я не знаю, недели две. Я никак не могу записать ролик. Постоянно откладываю на потом, пора его забрать. И вообще, по поводу быка, хотелось бы поговорить побольше. Побольше роликов на нем снять, потому что... Этот персонаж очень пользуется популярностью. На низких кубках вот новички его все берут и просто им играют. Сидят в кустах, ничего не делают. Вот все, кто не умеет играть, берут его. Без обид, кто вот играет only быком. Но это правда. Мне сейчас все абсолютно жалуются на то, что, блин, что творится на 100-200 кубков именно на каждом персонаже. Это нереально, все играют на быках. Хочу это проверить. Сейчас заберу этого челика, он очень крутой. Давайте забираем. Я его уже на холдике апнул на 500 кубков. Я его уже отправил в архив там. Там я уже не играю, поэтому буду играть на твинке. Ну и сразу открываем же ящик. Надеюсь, что выпадет бул. Ах ты, ё-моё. Ну, очень будет плохо сейчас играть. Первый уровень всего лишь. И, блин, ни в магазине, нигде его нету. Хотя у меня гемов дохерища, да? Можно, в принципе, один большой... Не, ну я сомневаюсь, не хочу я тратить гемы. Берем була. Даже на первом уровне он может напрягать. Поехали в бой. Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xbet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников, также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин, все это на 1xbet, хэштег на ваших экранах, вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Значит, кто еще не в курсе? Да я сомневаюсь, что это надо озвучивать. Это ближник. Все такие, да ладно, да нифига себе, вот эта информация. Благодаря этой инфе и подписался на свой канал. Это ближник с хорошим уроном. Больше, чем у Шелли. Он за одну тыку почти 4 тонны хп может сносить. Если прокачан, конечно, если под бустом. Ну, не под бустом, а под баночками, да, с баночками. Смотрите, они-то не понимают, что сейчас произойдет. Вот, поэтому... Тихо. Смотрите, как четко, да? Забираем. Интересно, заберу я его? Тихо. А, жесть, я просто мискликнул ульту и чудом выжил. Меня спасают мои банки. Шикарно. Так. Хорошо. Мне очень нравилось играть на холдике на быке. Особенно, когда режим был... где центр? Я как же этот? Озеро мертвецов, по-моему. Не помню. Нифига себе, 7 бан на Куэль Прима. Давайте его заберем. У меня, правда, не все патроны. Отлично, нифига себе. 11 банок. Так. Сейчас эту коробочку забираем. Там Барли остался. Так. Сейчас четко до Барли. Пау, стычки. Не стычки, с двух. Изи, ребят. Я буду чаще сейчас записывать ролики на твинке, потому что надо поднимать кубки. Я этот проект создал, чтобы новичков учить играть разными персонажами, показывать свои онлайн-катки с нуля, как я поднимаю. Вы не обижайтесь, ребята, на то, что я иногда сюда закидываю гемы, дабы открыть нового бравлера. Я, кстати, мистического бравлера на следующем ролике куплю. Я вас прошу... О, смотрите, кстати, как Шелли надо выносить. Смотрите. Ну, не смотрите сейчас, не смотрите. Сейчас не смотрите. Падла. Она просто начала меня дамажить раньше. У меня патронов не было. У меня не было патронов, из-за этого я чуть не отлетел. Так, тихо. А кольт, короче, шарит, да, немножко. Вот. Как его за такой ник не забанили? Значит, по поводу доната, ребят, не обижайтесь, что я доначу, да, потому что вроде как мы договорились, что типа я буду делать без доната, дабы новичкам показывать, как нужно прокачивать аккаунт. Я не трачу в основном сейчас деньги на открытие сундуков, на прокачку персонажей. Да, блять, как он вынес меня. Я не трачу на это деньги. Я, если трачу гемы, так только на открытие новых бравлеров. Ну, мне это нравится. Я не знаю, я не могу ничего поделать. Я понимаю, что я, может, именно если вы хотите, как играть без доната, отдельный проект, я так его и назову, как апнуть топ без доната, то, естественно, ни копейки не задоначу, вообще ноль рублей.
Но это будет отдельный проект. На этом проекте, ну дайте мне покайфовать. Ну правда, ну ребят, когда есть возможность, вот давайте будем честны, вот давайте будем реалистами. Вот если бы у тебя была возможность, ну вот реально была возможность, что ты можешь задонатить и не особо тебе это запарно, да, не затратно. То есть ты, ну, не так много теряешь, когда донатишь. Ты бы задонатил? Ну, давай, сам себя не обманывай, ты бы донатил. То же самое у меня, ребят, я просто хочу кайфовать. Мне просто реально хочется вот это, новых персов открывать, вот это, получать от этого удовольствие. И, блин, не могу я. Если в рояле уже, да, я уже донатил чисто по дефолту, потому что, не знаю, для контента уже, ну, мне не особо прикалывало это. То на твинке, вот я сейчас основу уже выбил всех персов, да. Мне на основе все персы, вот, и там уже мне особо не надо открывать сундуки в плане на видос, чтобы выбить какого-то перса, да, и это уже минус азарт. То на твинке мне вот хочется все вот опять это с нуля, я не говорю, что закидывать сюда там огромные деньги, так чисто там размеренно, вот, допустим, сейчас мистический бравлер, я потрачу на это 350 гемов, это безумно дорого, и это безумно невыгодно. Но это чисто так для видоса, чисто вот так для вас, для меня это просто по кайфу. Вот если бы не канал, ребята, я бы этого не делал. Реально. Так. Ну, попробуем бока нагнуть. Тихо. Так. Мне надо сейчас одну баночку получить. Тихо. Как он по мне попадает, я не понимаю. Фух, повезло мне. А может и ему повезло, не знаю. 2-2 по банкам. Приматом, кстати, на этой карте тоже можно выносить. Мне нравится здесь играть Шелли, но только если у Шелли есть ульта. Если у Шелли ульты нет, то Булл, смотрите, отрывает лицо просто. Где? Где ты? Так. Так. Интересно, у нее уже появилась ульта? Она меня видит, нет? Нет, она меня не видит. Нахер с пляжа. Так, кто там? Там Шелли и Поко. Окей. И того, и другого сейчас заберем. Все. Осталось 3 бойца. У меня 10 баночек. Оп, оп. Все, столкновение. У меня 11 банок. Меня никто не переплюнет, даже Шелли. Не, Шелли с ультой. Если 3 патрона зарядит плюс ульту, может успеть убить меня. Но я думаю быстрее. Я сейчас посмотрю, сколько урона у меня. Ну где же ты? Блин. Ну где же ты? Сидит где-то или я не знаю. Вот что сидеть? А, о. Поскольку? 4200. 4200 урон. Но это 11 банок. Не у каждого есть 11 банок. Шикарно. Ребят, также хочу вам сейчас... А, забыл сказать вначале, ребята, блин, реально, не знаю, досмотрел кто-то до этого момента ролик или нет. Вступайте в мой клан, это моя академка. Да, Ярослав, отвали. 9 мест, 9 мест в клане, прием 6500. Заходите, 9 мест, ребята. Блин, забыл вначале сказать. 8 минут ролик, кто досмотрел до этого момента, заходите, блин. Так, смотрите, новое событие по билетам. Заберем его в следующем ролике, потому что все события, все, что происходит на этом аккаунте, я все записываю на ролик отдельный. Это для себя, знаете, это как дневник вести. Это чисто для себя, как развивался мой твинк. Потому что основу я некоторые моменты упустил, потому что я начал играть на основе еще до релиза. И до релиза не особо пользовалась спросом в Brawl Stars, и вы не смотрели ролики. Вот, поэтому я не все записывал, не все подробности. А вот на твинках хочу все... Вот так вот нахер. И это мне еще не фулл хп было. Так. Так, есть. А события по билетам как раз перед раборубкой, это то, что надо, друзья. Это то, что надо. Это я куча боксов нафармлю на этом аккаунте. Блин, на двух аккаунтах играть сложнее, конечно, блин, жесть. У меня на основу времени особо нету, а то на два аккаунта. Так, примат. Не, я вас забью, не, надо убить, это ж подойдет сейчас сзади в крысу. Вот он сидит, пау-пау-пау, все. С 3 патронов убиваешь, если, конечно, попадаешь четко. Так, забираем еще одну коробочку. По 3 тонны хп уже херачит мой бул. Там Шелли, да? Она с ультой, без?
Добили ее, добили, отлично. Плюс две банки. Сейчас эту Шелли заберем. Ой-ой-ой, ульта, у нее ульта уже была. Сейчас надо отхилиться, а то меня Шелли чпокнет. Так, а, там не Шелли, там примат. Капут, а что он там делает? Иди сюда, падла. Так, 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 все, победа, ребят, изи. Изи победа. Ну, понятно, на начальных кубках очень легко играть. Плюс 8. Так, значит, по персонажам. Ну, у меня уже сколько? 10 бойцов и всего лишь 370 кубков. Ну, ребят, ну, я не играю, видите, да? Вообще не играю. Буду поднимать, естественно, их. Скоро буду стримить, твинка. Я уже, знаете, вот январь полностью буду сейчас в стримах. Поэтому подписывайтесь на этот канал, на второй канал, если вам нравятся стримы и видосики мои по Brawl Stars. Пишите идеи, предлагайте ваши идеи. Какого следующего перса взять и поиграть, рассказать что-нибудь. Я хочу Поко следующего перса взять. Подписывайтесь, следите за новостями. Спасибо всем за просмотр, желаю вам удачи. Хороших вам каточек, победных вам каточек. И не болейте, ребят, а то я заболел. Не хочу, чтобы болели вы. Всего хорошего, до скорой встречи. Скоро увидимся, пока.